Насадка The Alternative превращает один выстрел из пистолета в нелетальный. Концепция проста и гениальна. Вылетевшая пуля попадает вон в тот металлический шарик и вместе с ним летит на 80% медленнее, чем обычно. В итоге комбинированный выстрел вполне эффективен, поскольку по ощущениям сравним с ударом молотка, но не приводит к проникающему ранению. The Alternative рекомендуется использовать на дистанции от 5 до 9 метров. Из совместимых калибров заявлены 9 мм и 40-й. И хотя устройство одноразовое, оно все-таки дает стражам порядка ту самую альтернативу, позволяя во многих случаях обезвредить преступника, не убив его. Классическая сцена из боевика или гоночной игры. Полиция готовит для жаждущих скорости нарушителей шипастую ловушку. С каждым годом такие становятся все круче. Вот один из самых продвинутых вариантов — Nighthawk. Это первые в мире шипы, которые и запускаются, и убираются с пульта дистанционного управления. Пока другие экипажи действуют вручную, обладатели Nighthawk сидят в засаде на дистанции до 30 метров и в нужный момент жмут кнопку. Менее 2 секунд, и на дороге лежит полоса шириной 4,6 метра. Она состоит из 10 блоков, которые легко ремонтировать и менять. Для запуска применяется сменный газовый картридж, а для сворачивания — электрический механизм с катушкой. Полицейские авто разворачивают машину нарушителя ударом в заднее крыло. Знаете, как это называется? Пит-маневр. Он выглядит эффектно и в кино, и в реальной жизни, особенно когда скорость зашкаливает. Однажды в Арканзасе стражам порядка пришлось использовать пит-маневр, разогнавшись до 175 км в час. Вот зачем нужны упорные тренировки. И хотя по некоторым исследованиям такой разворот для автомобилей с системой контроля устойчивости может быть крайне опасен даже на малой скорости, пит-маневр пока не выпал из обоймы регулярно используемых полицией приемов. Допустим, что проигрыш в уличных гонках не остудил пыл преступника. Он выбрался из машины и убегает. Как поймать его быстро и с минимальным риском для случайных прохожих? Отвечает компания Rap Technologies. Зря, что ли, она собирала устройство под названием Bola Rap. Модель 150 выстреливает тросом длиной 2,2 метра на дистанцию до 7,6 метра. Неважно, попал страж порядка по рукам или ногам. Убежать, будучи связанным, всегда проблематично. Прицелиться легко, потому что в Bola Rap стоит лазерный целеуказатель. А если преступников несколько, устройство можно перезарядить менее чем за 10 секунд. Полицейскую историю продолжает Guardian HX. Эта пневматическая система стреляет GPS-маячками и выручает не только в погонях, но и в более спокойных сюжетах. Например, при помощи Guardian HX полицейский может незаметно пометить подозрительную машину, проезжающую через КПП. Дальность поражения в 18 метров вполне позволяет. Как и в случае с Bola Rap, предусмотрен лазерный целеуказатель. Питается система электричеством. Полной батареи ей хватит на день. Вне работы Guardian HX отдыхает и маскируется в неприметном чемодане. А для особо сложных задач разработчики системы предлагают вариант под установку на патрульные авто. Устройство, которое сигнал тревоги передаст и толпу агрессивных демонстрантов разгонит.
«Дайте два». Вот такие звуковые пушки от American Technology Corporation применяют не только полицейские, но и военные. В частности, модель LRAD 2000 RX бьет на 160 дБ. Насколько это громко? Как если бы у вашего уха выстрелили из ружья. Звуковая атака возможна в 360-градусном диапазоне, а при передаче сигналов LRAD 2000 RX слышно на дистанции до 9 километров. Стоит ли удивляться, что пушки от American Technology Corporation уже уехали в 70 стран? А если ранее заказчик с таким оборудованием не встречался, фирма и с обучением поможет. В прошлом году фирма Axon представила свою новейшую разработку — Taser 10. Если выстрелить из этого шокера, человек мгновенно потеряет контроль над мышцами и упадет. В отличие от многих аналогов, у творения Axon аж 10 зарядов. Они летят со скоростью 62,5 метра в секунду и эффективны на дальности до 14 метров. Вместо предупреждающего выстрела полицейским предлагают комбинацию из громкого звука и слепящей вспышки. Также разработчики придумали сразу несколько полезных программ. Axon VR помогает оттачивать навыки стрельбы в виртуальной реальности, а Axon Evidence формирует различные документы, полезные для составления отчетов. Как-то раз Леонард Сток смотрел телешоу про полицейские погони. Не все сюжеты кончались хорошо, так что, когда Сток лег спать, в голове у него крутилась целая череда образов. В итоге среди ночи мужчина проснулся с идеей «Грэпплер». Эта система остановки машин выглядит не так впечатляюще, как яркие нейросетевые задумки, но в ее полезности сомневаться не приходится. На распорках висит трос, которым нужно задеть колесо преследуемой машины. Все, погоня окончена. К тому же система «Грэпплер» маскируется под усиленный бампер, не мешает водить и уже помогла задержать более 600 преступников. Военные базы, рок-фестивали, вокзалы, аэропорты. Если перечислять все локации, в которых не помешали бы защитные барьеры MVB-3X, получится отдельный выпуск. Данная разработка не просто впечатляет, а откровенно шокирует сочетанием веса и эффективности. Барьер на 24 килограмма раскладывается без инструментов за минуту и способен остановить транспорт от мотоцикла до грузовика весом в 7,5 тонн, летящего на скорости 48 км в час. К тому же создатели уверены, не существует другого типа ограждения с таким же соотношением веса и тормозного пути. Плюс MVB-3X соответствует мировым стандартам ISO и ASTM. Барнакл — радикальное средство борьбы с водителями, которые паркуются как попало. Оно раскладывается на две половинки и цепляется к лобовому стеклу вакуумными электрическими присосками. Усилие на отрыв — 454 килограмма, так что побороть барнакл вряд ли смогут даже сильнейшие спортсмены. Кстати, при попытке демонтажа грубой силой включается сирена. А если гений парковки уехал, не сняв барнакл, то его найдут по GPS-маячку. Единственный выход — смириться, оплатить штраф и получить код, позволяющий снять конструкцию. Но это не конец. Затем требуется доставить барнакл в специальный пункт сбора, иначе полиция выпишет новый штраф. После таких приключений трижды подумаешь, как и где парковаться.
Злоумышленник подготовил целый парк техники, включая катера и БПЛА. Вся она окажется бесполезной, когда полиция доставит в зону операции РФ Safe Stop. Электромагнитная глушилка вырубит транспорт на дистанции в 50 метров и БПЛА на дистанции в 400. Из нюансов РФ Safe Stop стоит выделить солидный вес в 350 кг и 12 минут работы от аккумулятора. Зато такой вариант борьбы с преступностью не шумит и вырубает ДБС любого катера, мотоцикла или авто всего за 3 секунды. А пока бандиты сориентируются, что к чему, их уже схватят. Несмотря на критику, шипастые системы для борьбы с преступностью сейчас покажут класс. Вспомните сюжеты из фильмов и новостей, в которых ради остановки одного единственного авто полиция использует мотоциклы, десятки машин и даже вертолеты. А теперь посмотрите на Mobile Spike. Всего один патрульный автомобиль с такой системой заменяет весь перечисленный технопарк. От стражи порядка требуется пристроиться к машине лихача сбоку и выстрелить шипованной полосой. На спущенных колесах далеко не уедешь, так что погоня обычно кончается в течение минуты. Mobile Spike подходит для работы на скорости до 161 км в час и крепится на бампер, так что год выпуска полицейской машины не особо важен. В прошлом году залив Сан-Франциско почтили своим вниманием пираты. Используя брошенные и угнанные лодки, они стали грабить яхты и хаус-боты. Местная полиция с ними борется, но из-за многолетней утечки специалистов у нее стало на 30% меньше личного состава. Ужас! Интересно, компания Vessel Arrest Systems читала такие новости? Она как раз занимается барьерами, которые способны хотя бы частично улучшить ситуацию. Если их разместить в особо криминальных зонах акватории, они будут цеплять и блокировать винты проплывающих пиратских судов. А качество исполнения такое, что одобряет даже Министерство транспорта Великобритании. Многие системы остановки транспорта прокалывают шины. Специалисты фирмы Kinetic уверены, такой метод опасен и не слишком-то эффективен. Поэтому в рамках работы по заказу британской армии они создали X-Net. Сегодня данную систему охотно применяют правоохранительные органы и службы безопасности многих стран. Она представляет собой сетку, блокирующую вращение колес. Для производства используется полимер Dyneema. Он не боится химикатов и в 15 раз прочнее стали. Поэтому при встрече с X-Net останавливается даже транспорт весом до 10 тонн. И что крайне важно, система не вызывает опасную для здоровья перегрузку. Но зачем вообще заморачиваться с погоней, если можно и даже нужно ее предотвратить? Когда полицейский экипаж останавливает нарушителя, то подъезжает вплотную и активирует рога круг-хук. Они хватают заднюю часть подозрительного авто, и полицейская машина становится своеобразным якорем. Как бы нарушитель не давил на педаль, с места он не сдвинется, разве что резину сожжет. Круг-хук не поднимает заднюю часть машины, а значит нет риска повредить топливный бак или днище. Так что данное решение – оптимальный вариант, когда авто числится в угоне. Хозяева наверняка будут рады получить свой транспорт невредимым. В левом углу ринга – грузовик на 7,5 тонн.
В правом – блокираторы Hild HT1 Raptor. Победитель очевиден. Более того, если грузовик по итогам неравного столкновения, скорее всего, отправится прямиком на свалку, блокираторы с большой долей вероятности останутся в строю. То есть после остановки криминального авто они уедут вниз и откроют дорогу для медицинских, полицейских и пожарных машин. Hild HT1 Raptor взмывает на высоту около метра примерно за 6 секунд и оставляет между блоками достаточно пространства пешеходам и велосипедистам. А еще один плюс — минимальные дорожные работы. Для установки хватит всего 50 сантиметров глубины. Cobra Cuffs — отличное название для альбома группы вроде Limp Bizkit. Но пока оно используется производителем вот таких одноразовых наручников. На фоне своих металлических коллег они смотрятся не слишком внушительно и напоминают скорее пластиковые хомуты, однако удержат даже особо буйных хулиганов. Чтобы разорвать их, требуется усилие в 192 килограмма. Конструкция предотвращает чрезмерное затягивание, но не позволяет высвободиться, поддев наручники тупым предметом. Плюс ко всему, Cobra Cuffs актуальны круглый год, поскольку не боятся морозов до минус 29 и жары до плюс 49 градусов. А для тренировок сделан специальный многоразовый вариант. Air 107U версии 350 — удачный гибрид стреляющего шокера и дубинки. На дистанции он усмиряет криминал шоковыми или светозвуковыми картриджами, а вблизи гарантирует около 600 грамм стекловолоконной уверенности. Дальность стрельбы гибрида — 4,5 метра. Напряжение достигает 120 тысяч вольт, а громкость звукового сигнала — 135 дБ. Вполне достаточно для контузии. Разработчики умело обыграли небольшой корпус, сделав чехол для маскировки под зонт. В общем, гибрид отлично вписался в сегодняшний выпуск и уже стоит на вооружении российского Министерства внутренних дел. Как доходчивее всего показать эффективность заграждений против разнообразной техники? Правильно, разбить о них парочку экземпляров. Вот компания Hedgehog International и оторвалась по полной. С легковушками все понятно. Но вот танк — это что-то новенькое. Он, кстати, не смог преодолеть особые железобетонные ежи компании. Если такой запас прочности не требуется, у Hedgehog International есть более привычные барьеры. Самый маленький весит всего 40 килограмм, однако сдержит даже легкий грузовик. Ну а железобетонный противотанковый красавец собирается из двух частей по 189 килограмм. Да уж, рабочим придется попотеть. Компания Prot 360 известна по необычным решениям, ориентированным на военных и полицейских, от специальных камер для собак до поисковой системы. Чего только нет в ее портфолио. Даже, казалось бы, незыблемая классика вроде полицейского щита у Prot 360 начинает играть новыми красками. В прямом смысле слова. Ставим в щит модуль EDI и получаем мощный стробоскоп на 14 тысяч люмен. Его вспышки не только ослепят злоумышленников, но и позволят даже днем обмениваться световыми сигналами на дистанции в 10 метров, а по основному профилю щит спасет от множества атак, начиная с ударов камнями и заканчивая бросками коктейлей Молотова.